Уважаемые друзья, всем привет! Меня зовут Марко и живу на Сицилии. Я очень люблю изучать историю русского присутствия на Сицилии, и так я решил участвовать в проекте «Италия. Русские дороги». Россия для меня прекрасная страна, и я очень люблю свою великую историю, и надеюсь посещать вашу страну очень скоро. Почему я решила принять участие в этом конкурсе? Потому что для меня, как для будущего международника, это прекрасная возможность проявить свои силы и навыки, которые я уже приобрела. Италия — это загадочная страна, которая богата не только своей культурой, но и также душевными и теплыми людьми. Для меня Россия — огромная культура, искусство и тысячелетняя история. А главное — может быть в один день дома и семьи. Италия — это мечта. Как писал Николай Бердяев, Италия обладает таинственной и магической силой возрождать души. Нечто подобное ощущение. Я решила принять участие в этом проекте, потому что я учусь русский язык, люблю русскую культуру и очень-очень люблю Венецию. Россия для меня — это особенно культура, искусство и музыка. Италия для меня — это в первую очередь страна, которую я очень люблю за ее контрасты природные, языковые, кулинарные, естественно. Италия — это страна, историю которой я несколько лет глубоко изучаю в университете, и именно с историей Италии я хочу в будущем связать свою профессиональную деятельность. Ну что ж, добрый вечер, Италия, добрый вечер, Рим, добрый вечер, Россия, добрый вечер, Москва. Давайте поприветствуем друг друга аплодисментами. Мы начинаем торжественное мероприятие, посвященное завершению второго международного научно-исследовательского молодежного проекта «Италия. Русские дороги». И сегодня в такой молодой, но уже в такой богатой событиями истории нашего проекта действительно уникальное событие. После года совместной работы участники двух стран впервые, можно сказать, собрались вместе. Поэтому сегодня мы ведем наше мероприятие одновременно в двух странах. И в этом нам помогает Артем Кощеев, Рео Плеханова, город Москва. Артем. Да, спасибо большое. И Екатерина Гундарева, куратор проекта «Город Рим. Итальянская республика». Мы от всей души благодарим Русский дом в Риме и лично Дарью Алексеевну Пушкову за предоставленную возможность проводить встречу сегодня в таком прекрасном и значимом месте в Риме, и за помощь в организации и в уже многолетней поддержке проекта. И Российский экономический университет имени Плеханова и лично проректора Светлану Магометовну Малкарову за помощь в организации мероприятия в Москве и возможность собрать всех вместе российских участников. Для тех, кто пока не знаком, я думаю, может, здесь так мало людей, кто не знаком с этим проектом, но все-таки расскажу два слова о механике конкурса. В сентябре прошлого года, уже во второй раз, студенты из России и русскоговорящая молодежь из разных городов Италии объединились для того, чтобы пройти по следам великих русских в Италии. В этом году в проекте приняли участие уже 15 команд из 12 городов Италии и 5 городов России. Команды изучали присутствие великих русских писателей, художников, деятелей искусств в том городе и регионе, в котором проживает итальянский участник команды. Одно исследование, одна территория, одна личность. Проект осуществляется под патронатом посольства Российской Федерации в Итальянской Республике. И для приветствия участников конкурса и гостей мероприятия я приглашаю старшего советника посольства Российской Федерации в Итальянской Республике Михаила Анатольевича Российского. Пожалуйста, вам слово. Да. Дорогие друзья, уважаемые участники международного проекта «Италия. Русские дороги», прежде всего, разрешите поприветствовать всех вас от имени чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Итальянской Республики Сергея Сергеевича Разова, пожелать
успехов тем, кому сегодня предстоит выступать. Надо сказать, прежде всего, вот о чем. Мы живем в эпоху глобальных, серьезных перемен. В радикальных трансформациях современного мира как раз вот сегодня много говорили в нашем мире. Конечно, видно, что эти трансформации, то новое, что приходит в нашу жизнь, не всем нравится. И те, кто хотел бы заморозить ход истории, повернуть часы истории вспять, конечно, отчаянно сопротивляются тому новому, что приходит в нашу жизнь. И это сказывается на отношениях с западными странами. Это вопрос, как их развивать в новом международном контексте. Нам кажется, что правильным было бы исходить из того, что политические курсы сменяют друг друга, правительства приходят и уходят, а страны и народы остаются. Остаются чувства взаимной симпатии, которые, например, на протяжении многих веков связывают русских и итальянцев. И это вот та константа, которая позволяет нам продолжать куда-то двигаться. И надеяться, естественно, на благоприятные изменения общего международного контекста. Давайте этой мыслью и руководствоваться. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мы благодарим посольство Российской Федерации в Итальянской Республике за оказанное доверие и поддержку. Мы благодарим партнеров проекта, благодаря которым проведение сегодня нашего мероприятия стало возможным. Мы благодарим российскую часть российско-итальянского форума диалога по линии гражданских обществ, Российский центр науки и культуры в Риме, Российский экономический университет имени Плеханова, почетное консульство Российской Федерации в Неаполе и лично почетного консула России в Неаполе Винченцо Скьяво, почетное консульство России в Удине и лично почетного консула России в Удине Карло Далява, Координационный совет Ассоциации российских соотечественников XRC, молодежное движение Gioventù in Movimento Русит в Риоли Венеция Джулия. Мы благодарим Центр международного развития отношений между Италией и Россией и лично Елену Владимировну Тупшинскую, а также Всемирный альянс русскоговорящих соотечественников и всех, кто на разных этапах поддерживал наш проект. Спасибо вам большое. И слово для приветствия предоставляется сопредседателю Российско-итальянского форума диалога, заведующему базовой кафедрой государственно-частичное партнерство факультета Высшей школы управления финансового университета при правительстве Российской Федерации Владимиру Александровичу Дмитриеву. Вам слово. Спасибо. Уважаемые друзья, коллеги, мне очень приятно вот в очередной раз и участвовать в жюри, и встречаться с вами для того, чтобы всем нам вместе обнародовать результаты этого совершенно потрясающего конкурса, который призван, и на самом деле с этой миссией достойно справляется, призван укреплять наши гуманитарные связи между Россией и Италией. Вы наверняка знаете, что миссия и цель работы нашего форума диалога, российско-итальянского форума диалога по линии гражданских обществ, состоит в том, чтобы укреплять и обеспечивать контакты между нашими странами, прежде всего в сфере человеческого общения, направленные на взаимодействие в области культуры, науки, молодежных обменов, в сфере истории, настоящего, того, что традиционно сплачивало отношения между нашими странами и то, что на самом-то деле должно быть основой наших отношений, то есть отношения, которые должны развиваться на основе сотрудничества, взаимодействия, согласования и традиционных связей не только в культуре, науке, но и в области человеческих обменов и в целом
того, что называется гуманитарным сотрудничеством. Так вот, ваш проект во многом закрывает те направления деятельности, которые являются основой работы нашего форума диалога. Это, конечно, культура в ее широком понимании, литература, творчество, искусство, это история, это молодежные обмены. В общем, то, что объединило участников этого проекта, и нам очень приятно, что вы тем самым проводите в жизнь ту линию, которую призваны проводить жизнь мы в нашем форуме диалоги по линии гражданских обществ. Хочу сказать несколько слов о самом проекте. Как я уже упомянул, во второй раз я являюсь членом жюри, во второй раз с удовольствием смотрю результаты вашего творчества, вашего взаимодействия с итальянскими партнерами, с вашими друзьями, россиянами, которые живут и учатся в Италии. И каждый раз прихожу к совершенно потрясающему и приятному для меня выводу о том, что вы вскрываете все новые и новые интересные странички в истории наших стран и в истории тех людей, биографиях тех людей, которые, может быть, незримо, а кто-то и явно содействовал укреплению связи между нашими странами. И мне вдвойне приятно то, что в ваших работах, в вашем творчестве вы вскрываете те неизвестные до сих пор страницы, в том числе и для меня неизвестные факты из жизни наших удивительных, прекрасных исторических личностей, которые трудились в сфере литературы, кинематографии, политики, истории, ну и так далее, во всех тех сферах, которые вам так удачно довелось донести до нас. В нынешней своей, скажем так, работе я столкнулся с серьезной дилеммой, потому что, на мой взгляд, ваши работы настолько и сюжеты настолько удивительно четко, грамотно, во всех смыслах, и с точки зрения подачи материала, с точки зрения сценарного или оформления, ну и все то, что являлось критериями в оценке результатов вашей работы, мне было крайне сложно определить, а кто же из вас лучший. И, честно признаюсь, ниже 6 баллов я никому не ставил. А в основном оценки были 7 и выше. Очень сложно было определиться в приоритетах, но так или иначе, я не единственный, кто в жюри оценивал вашу работу, но надеюсь, тем не менее, что победит тот, кто по всем критериям оказался сильнее. Но я хочу поздравить всех вас, потому что вы провели уникальную, очень важную, очень интересную работу, которую, я надеюсь, и в вашей жизни, в вашей судьбе, в вашей биографии оставит тоже неизгладимый след, как вашей, так и в судьбе тех, кто в Италии работал вместе с вами в одних командах над этими проектами. Я хочу, чтобы эта работа на данном проекте не останавливалась. Мы готовы всячески поддерживать подобного рода инициативы. И я желаю вам дальнейших и творческих, и академических успехов. И надеюсь, что так или иначе ваша судьба в той или иной степени будет связана с Италией, будет связана с темой укрепления отношений между нашими странами. И в дальнейшем вы обретете новых друзей, как здесь, в России, так и в Италии, для того, чтобы реализовывать совместные проекты, и не обязательно в той сфере, о которой идет речь в проекте, итоги которого мы сегодня подводим. Удачи вам, всего самого доброго. Спасибо большое. Я уверена, что пожелания приняты, правда? Итак, кто же эти самые участники нашего проекта, конкурса? В Италии это русскоговорящие итальянцы,
и молодые соотечественники, которые не являются профессиональными историками, журналистами. Наша география итальянская практически полностью охватывает всю территорию страны. Посудите сами, это Рим, Перуджа, Сиена, Флоренция, Болонья, Венеция, Сан-Ремо, Турин, Неаполь, Торренто, Бари и Мессина. Давайте поаплодируем участникам из этих городов, потому что сегодня они в том числе здесь. Да, ну и России есть что ответить на такую обширную географию, потому что участники в России – это студенты вузов совершенно различных направлений. И мы гордимся, что наши сегодняшние участники представляют и Московский государственный университет имени Ломоносова, и Московский государственный институт культуры, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева, Самарский государственный социально-педагогический университет, Южный федеральный университет, Российский университет дружбы народов, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также Брянский филиал РАНХИКС. Давайте поаплодируем российской части этого замечательного конкурса. Результаты исследований наших участников были финально оформлены в виде научно-исследовательских статей и научно-популярных видеороликов. Все материалы доступны для просмотра на нашем сайте www.tadrusy.com, и на момент начала мероприятия общее количество просмотров всех этих видео составляло 12695 человек посмотрели наши работы, ребят. Так что мы идем в народ, да, все неспроста, все не зря, все имеет свой результат. Нас смотрят и нас знают. И, конечно же, конкурсные работы оценивала почетное жюри из числа известных деятелей науки и культуры двух стран. Это действительно ведущие специалисты, уважаемые и признанные мастера своего дела, и мы чрезвычайно благодарны им за время и уделенное внимание к нашему конкурсу. И с большой гордостью представляем вам, членов жюри конкурса «Италия. Русские дороги». Внимание на экран. Жюри проекта «Италия. Русские дороги». Алексей Алексеевич Карамурза, председатель жюри, российский философ и историк, профессор, доктор философских наук. Дарья Алексеевна Пушкова, руководитель Российского центра науки и культуры в Риме. Светлана Магометовна Малкарова, проректор Российского экономического университета имени Плеханова. Владимир Александрович Дмитриев, сопредседатель Российско-итальянского форума диалога по линии гражданских обществ с российской стороны. Джузеппе Лопорто, руководитель отдела образования Генерального консульства Италии в Москве. Михаил Григорьевич Талалай, историк, писатель, ассоциированный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Ольга Анатольевна Жукова, доктор философских наук, профессор школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского института Высшей школы экономики. Бьянка Сульпассо, профессор русской литературы Римского университета Тор Вергата. Клаудия Пьералли, профессор русской литературы при Флорентийском университете. Татьяна Васильевна Чувелева, президент Всемирного альянса русскоговорящих соотечественниц ВАРС. Татьяна Сергеевна Данилянц, кинорежиссер, продюсер, поэт, художник. Юрий Львович Квитковский, театральный режиссер и преподаватель школы-студии МХАТ. Мария Литвинова, основатель и руководитель одного из самых успешных и известных частных театров «Трикстер», продюсер, режиссер. Сергей Евгеньевич Дружко, актер, телеведущий, блогер. Елизавета Давидовна Гамбург, автор и продюсер телевизионных, кино и цирковых проектов. Рифат Фазлыев, главный редактор онлайн-издания для профессионалов. Павел Зелинский, актер театра и кино, работает в Италии и России. Аплодисменты нашему уважаемому жюри. Все они уделили время вашим работам. Спасибо им за это. Да, браво нашим уважаемым членам жюри. И, конечно же,
Самый главный результат и итог конкурса – это вклад участников в нашу общую науку и культуру. Что получилось? Все ли поставленные задачи были реализованы? Что думает вообще наша судейская коллегия о работах участников? Мы совсем скоро это узнаем в выражении распределения мест дипломов. А пока хотелось бы услышать пару слов от наших уважаемых членов жюри. И первый, кого мы хотели бы услышать, это, конечно же, председателя нашей коллегии жюри Алексея Алексеевича Карамурзу. Вам слово. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здесь, собравшиеся в университете Плеханова в Москве, дорогие друзья в любимом нами Риме, приветствую Каза Русса, очень благодарю Дарью Алексеевну Пушкову, свою коллегу, молодую, но набирающую опыт, Екатерину Гундареву, за большой вклад в этот конкурс, который уже проводится второй раз и набирает силу. Мы внимательно все вместе, и итальянские члены жюри, и российские члены жюри, посмотрели работы всех 15 команд. Действительно, класс участников повышается. Повышается опыт, повышается опытность, повышается понимание того, как работать с источниками, расширяется география русских дорог в Италии. Нам особенно понравились тексты, которые затрагивают совершенно новые имена, которые, в общем, никогда не встречались. И даже я, который написал более десятка книг о русских в Италии, не мог докопаться в свое время. Не было этих источников, я не знал, может быть, где искать. Но мои молодые коллеги подсказали мне прекрасные работы по Ивану Цветаеву, по Майе Плисецкой, по Сергею Боткину, по тем фигурам Алексея Николаевич Толстой, который, кстати, был близким другом моего родного деда Сергея Георгиевича Карамурзы. Неоднократно они встречались у нас на Мясницкой улице в Москве, в нашей квартире. Вот это совершенно новые имена, которые были открытием в том числе и для многих членов жюри. Были известные фигуры, о которых мы тоже в свое время много писали, говорили, но ребята, которые ими занимались, нашли какие-то новые нюансы, новые источники, иногда парадоксально работали с итальянскими источниками, чтобы установить контекст, в которых пребывали наши русские путешественники в итальянских городах. Всем огромное спасибо. Я особенно приветствую, конечно, тех ребят и девчат, которые сидят вот здесь перед нами во втором полукруге. Я так понимаю, это и есть призеры, и есть номинанты на дипломы нашего конкурса. Молодцы. Все 15 команд молодцы. В основном мы, конечно, должны были что-то выбрать, и мы решили так: в этом году будет одно первое, два вторых и три третьих места, то есть 6 команд мы выделили персонально и отдельно. Они сегодня получат в том числе и довольно редкие наши книги по Италии. Мы здесь среди русских итальянистов поискали уже книжки, которые стали библиографической редкостью, возможно, скорее всего, даже у участников их нет. Это, например, книга «Знаменитые русские в Генуе», «Знаменитые русские в Амальфе», две моих последние книги, которые посвящены персоналиям, вот как работали наши участники. Это «Итальянское путешествие Петра Чаадаева», недавняя книга, и «Соренто» Владимира Сергеевича Соловьева. Ну и удалось найти суперприз, увесистую книгу из вот этой знаменитой моей большой серии «Знаменитые русские о Флоренции». Ее получит команда, которая завоевала гран-при на этом конкурсе. Еще раз всех приветствую. Благодарю всех членов жюри. Благодарю оргкомитет. Благодарю всех, кто помогал участвовать командам в этом интереснейшем конкурсе. Спасибо, коллеги. Ольга Анатольевна Жукова, пару слов, аплодисменты. Ольга Анатольевна Жукова, ваш аплодисмент. Спасибо, дорогие коллеги, дорогие участники нашей сегодняшней торжественной церемонии, наши друзья и партнеры в Риме, Дарья Алексеевна, Екатерина, мы всех очень рады приветствовать и, конечно, счастливы тем, что конкурс продолжается, что он уже становится историей, обретает
свою традицию. И читая работы наших конкурсантов, мы, конечно, отмечали для себя и исследовательский потенциал, и желание, вот неподдельное желание открыть, изучить нечто новое и привнести то, что называется прибытком в научном знании. Это очень серьезное достижение. На самом деле, конечно, работы ваши обладают и достоинствами, и определенными недостатками, но таков путь молодого исследователя, потому что это путь научения, путь опыта. В этом смысле нет победителей, нет проигравших, потому что рождается сообщество, как мне представляется, молодых исследователей, которые свою любовь, свою эмоциональную привязанность к Италии, к ее культуре, к ее необыкновенной красоте природной, ландшафтам и так далее, может перевести в русло современного интеллектуального культурного диалога, где научное исследование является неотъемлемой частью, важным элементом этого диалога. Это очень важное, мне кажется, событие и практика, которая сегодня в рамках этого конкурса формируется. Конечно, вы не профессиональные еще исследователи, но вы стоите на этом пути. И, конечно, мы хотим, чтобы наше сообщество расширилось. И предполагаю, что в будущем у нас открывается эта перспектива, и наши возможности сотрудничества, я имею в виду, конечно, университетских корпораций России, университетских корпораций Италии, они будут только шириться. Мы, исследователи, которые много лет посвящаем этой теме, безусловно, вам поможем. Ну и предваряя, не раскрываю интригу, но я хочу сказать, что первый приз и победитель получит уникальную книгу, продолжая тему, которую начал Алексей Алексеевич, о призах для наших победителей. Эта книга действительно стала библиографической редкостью. Она написана тремя участниками жюри, Ольгой Жуковой, Алексеем Карамурзой и Михаилом Талалаем. И посвящена она пребыванию русских интеллектуалов на самом красивом побережье мира, по крайней мере, так оно названо в ЮНЕСКО, определено ЮНЕСКО на Амальфитанском побережье. Ну что ж, в добрый путь, и скоро мы узнаем главных победителей. Я вас поздравляю, приветствую. Вы прошли интересный и большой путь, и нам было очень важно и продуктивно с вами пообщаться. Спасибо вам. Спасибо Москва. Большое, Ольга Анатольевна, прекрасные прежде слова. Прежде чем мы перейдем к следующему выступлению, дорогие наши москвичи, я попрошу вас сделать небольшую паузу. Я как телевизионщик, моя душа не дает мне покоя. Вы смотрите на пустой угол, а мне бы хотелось, чтобы вы видели, что здесь собрался целый зал. Так что сейчас у нас небольшой экспромт. Мы хотим вам показать наших зрителей, которые собрались здесь, чтобы поприветствовать вас. Антон, включи, пожалуйста, сзади свет, чтобы вы увидели, что нас много, что мы в красивом месте, что мы не просто так работаем над историей, культурой. Давайте мы вас поприветствуем тоже. Совместную красивую историю. Мы все вас с удовольствием слушаем. Я возвращаю слово вам. Спасибо вам большое. Мы вас очень-очень все рады видеть. Спасибо большое. Действительно, стало намного лучше. Мы видим, что вас не меньше, чем нас, и это создает такое особое единение. И следующими я прошу сказать пару слов, пару впечатлений, напутственных слов для наших участников, режиссера, продюсера, члена нашего уважаемого жюри Татьяну Сергеевну Данилянц. Прошу, пару слов. Добрый вечер. Замечательно видеть здесь, дорогие коллеги, дорогие друзья, замечательно видеть здесь не только пространство России, но и пространство Италии, потому что, в сущности, конкурс «Русские дороги» можно сейчас назвать еще и русскими мостами или русскими мостами.
Почему? Потому что время, в которое мы оказались, достаточно сложное. И, может быть, как и астронавты, деятели культуры работают поверх барьеров, работают поверх ограничений, работают несмотря ни на что. Я не знаю, станете ли вы режиссерами, будет ли кто-то из вас работать на телевидении или в сфере аудиовизуальной культуры, но совершенно очевидно, что работы этого года значительно более глубокие и более содержательные, более профессиональные, даже если говорить о таких составляющих, как, например, сценарий и музыка, и звук, и прочие элементы, которые, собственно, делают ролик, делают фильм, маленький фильм. И это во мне вызывает, конечно, такую волну радости. Это значит, что то, чем мы занимаемся, и сама премия имеет большой смысл и большую перспективу. Когда Екатерина обратилась ко мне с просьбой быть членом жюри в этом году, моя первая реакция была, конечно, большой радостью, потому что мы продолжаем делать свое дело, вы продолжаете делать свое дело, и каждый из вас является своего рода первооткрывателем каких-то новых фактов, вы переосмысливаете вклад деятелей культуры и науки, русских деятелей науки и культуры в Италии. И вот от этого становится содержательно тепло. Мне, как человеку другого поколения, как человеку, который, может быть, уже проходил по этим дорогам и по этим мостам. Поэтому я хочу пожелать нам всем сил, вдохновения и, конечно, поздравить премию в лице ее организаторов и пожелать всем продолжать в том же неостановимом, неослабеваемом духе. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Сергеевна. Прекрасное напутствие. Ну и слово Елизавете Давидовне Гамбург. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, коллеги, участники. Рада всех приветствовать. Сегодня в ситуации обостренной, геополитической, накаленной, мне кажется, такие моменты единения, когда мы можем наблюдать наших коллег в Италии по прямой связи, мы понимаем, что нельзя недооценивать значение культурных связей. Культура – это тот базис, на котором строится общество. И я очень рада видеть такие лица, молодые, думающие, людей, которые не просто занимаются исследованиями в области культуры, но также ищут форму, форму, доступную для широких масс. Екатерина вначале сказала о том, что ролики посмотрели уже почти 13 тысяч человек. Это немало, и я думаю, что успех заключается еще и в том, что у этих прекрасных работ в сфере культурологического исследования есть такая, найдена такая интересная форма. В этом году действительно было очень сложно принимать решения и голосовать, поскольку общий уровень работ значительно выше, чем в прошлом году, и это не может не радовать. Сложно представить, что же будет в следующем году и как в следующем году нам предстоит выбирать. Я рада, что вопрос научных исследований в области культуры выводится на новый уровень. И я желаю вам успехов в вашей деятельности, поскольку это очень непростая дорога, но каждый из вас уже является серьезным специалистом в этой области, потому что работы действительно выполнены. Ну, практически на профессиональном уровне это нельзя не отметить. Я желаю вам успехов и хочу, чтобы тот продукт, который вы будете делать, неважно, в какой сфере жизни вы будете в дальнейшем двигаться, чтобы вам всегда сопутствовал успех. Спасибо. Спасибо большое, Елизавета Давидовна. Рим, вам слово. Спасибо большое, и мы с удовольствием переходим к следующему блоку нашего мероприятия, менее официальному и более молодежному, так сказать, потому что сейчас мы будем, собственно, знакомиться с этой нашей российско-итальянской молодежью.
И в наших залах сейчас присутствуют участники из Италии и России. Да? Весь год они работали вместе, и просто это было сложно, что им пришлось, через что им пришлось пройти, мы узнаем совсем скоро. И начнем, пожалуй, с города принимающего. Сегодня наше финальное мероприятие с Рима. И я попрошу поддержать вас аплодисментами первую команду, которая будет презентовать свою работу. Это команда Майи Плисецкой в Риме. Давайте поддержим их аплодисментами. Мы приглашаем на сцену... Спасибо. Мы приглашаем на сцену в Риме Калашникову Анастасию, преподавателя учебно-образовательного центра «Мой русский мир», Рим, Италия. И приветствуем участников в Москве. Это Олеся Соловьева, Дипломатическая академия МИД России, и Юлия Крисанова, РУДН, коллеги нашей Анастасии. Ну что ж, пожалуйста, вам слово. Встаньте, встаньте, покажитесь, мы вам тоже похлопаем, кто здесь. Добрый вечер. Наш персонаж поистине уникален. Великая прима-балерина Ассолюта, званию удостоилась лишь несколько балерин за всю историю балета. Она внесла в хореографию новые элементы, разрушила стереотипы о возрастных пределах жизни балета, станцевав в спектакле в 75 лет. Вдохновляла своим творчеством самых именитых дизайнеров и, конечно, была музой своего любимого мужчины, известного композитора Родиона Щедрина, который посвящал свою музыку жене. Творчество Майи Плисецкой – это один из ярчайших примеров возможностей межкультурного общения и взаимообогащения культур. Большая часть материалов, которые мы использовали, впервые вводится в научный оборот. Это архивные материалы, воспоминания участников событий, любительские съемки, материалы итальянских монографий о русском балете. Немалый интерес представляют также дневники и мемуары самой балерины. Мы начали исследование с обращения в архив Римского оперного театра, в котором работала Майя Михайловна в качестве руководителя балетной труппы. Там мы встретили потрясающего работника архива, влюбленную в свою работу, в историю театра, сеньору Валентину Фанелли, которая сегодня также присутствует здесь. Она с огромным энтузиазмом снабжала нас на этом пути поиска всей необходимой для нашего исследования информации, за что мы ей безумно благодарны. Она помогла нам отыскать тысячи газетных вырезок, либретто балетов, которые ставила Плисецкая в Риме, просмотреть архивные, уникальные, неизвестные аудиовизуальные материалы, поделилась уникальными фактами о каждом уголке оперного театра и дала небольшое интервью для нашего видеоролика. В Москве нам также удалось связаться с автором книги, приуроченной к 95-летнему юбилею Примы, Еленой Ерофеевой-Литвинской, которая оказалась также и близкой подругой семьи Плисецкой. Помимо этого, в ходе исследования мы обращались к архивам Российской государственной библиотеки искусств, а также к электронному архиву Музея Большого театра. Увлекательным было наше настоящее расследование на основании архивных материалов, которое помогло нам отыскать при помощи Facebook итальянских артистов балета, которые были задействованы в постановках Плисецкой, и попросить их поделиться с нами своими эксклюзивными воспоминаниями. Мы так безумно благодарны сеньоре Маргарите Парилле, известной итальянской балерине, которая исполнила главную роль в постановке Плисецкой балета «Раймонды». Она дала нам очень подробное интервью, которое вот уже вышла, и которую мы также использовали при создании ролика. И действительно, этот проект обогатил нас новыми, не только обогатил нас новыми знаниями, но также свел нас с безумно интересными людьми, чьи уникальные сведения и воспоминания теперь вписаны в историю русского балета и историю культурного сотрудничества России и Италии. И надеемся, что наш проект станет вкладом в развитие российско-итальянских культурных связей. Спасибо большое. Спасибо большое всем членам команды, которые занимались исследованием Плисецкой в Риме. И мы хотели поприветствовать на нашем мероприятии, такое не можем не воспользоваться случаем, хотели бы пригласить на эту сцену Валентину Фанелли. Это работник исторического аудиовизуального архива, архива Римского оперного театра «Рим, Италия», и вручить ей наше благодарственное письмо. Спасибо вам за помощь
в организации работы команды за отзывчивость и ваше неравнодушие. Спасибо большое. Мы переходим к презентации работы команды «Сергей Есенин в Риме». И я приглашаю на эту сцену Эльнару Исмаилову, студентку юридического факультета Римского университета Ла Сапиенца. Пожалуйста. Приветствую всех. Хотела для начала рассказать, что Сергей Есенин – это русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества – имаженизма. Он прожил яркую, бурную, но очень короткую жизнь. Наша команда провела научное исследование и выявила дату пребывания Сергея Есенина и его жены, американской танцовщицы Айсидоры Дункан, в Риме. Были открыты архивы Национальной центральной библиотеки Рима, а также была оказана помощь Московского государственного музея Сергея Есенина и Есенинского научного центра Рязанского государственного университета при выявлении даты пребывания поэта в Италии. В ходе исследования мы выяснили, что Сергей Есенин прибыл в Рим 11 августа 1922 года и пробыл в Риме приблизительно три дня. Он видел все прекрасные достопримечательности Рима, как Колизей, Пантеон, площадь Святого Петра и другие. Но это был 1922 год, и Есенин застал становление фашистской диктатуры, когда по всей Италии происходили различные забастовки, которые привели в дальнейшем к всемирно известному событию под названием «Марш на Рим» или, как иначе, «Поход на Рим». И красота Рима и сама Италия в целом, к большому сожалению, не произвела большого впечатления на Сергея Есенина. Он тоскует по родине весь период его путешествия за границей. И в дальнейших своих произведениях он в стихах отмечал, что «но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла». Благодарю вас. Итак, теперь эстафета на нашей московской стороне, и я предлагаю просмотреть и прослушать, ознакомиться с презентацией проекта команды, которую посвятили свое исследование Борису Зайцеву. Здесь у нас присутствуют несколько участников этой команды, и выступит для нас Александра Дубровская, Московский государственный университет, и также в зале присутствует Екатерина Дорож. Екатерина, встаньте, давайте поаплодируем Екатерине. Прошу, Александра, вам слово. Да, здравствуйте. Мы наше видео делали о Борисе Зайцеве, писателе Серебряного века. И в ходе работы над проектом мы изучили письменное наследие автора, главным образом его произведения «Италия». Нам удалось поработать непосредственно с рукописями «Очерк Рим», в которой автор включил рассказы о своих поездках в столицу Италии. Также из источников личного происхождения мы использовали переписку писателя с его друзьями, также эмигрантами. Мы ездили в музей писателей Орловцев в Орел, где хранится большой архив личных материалов, посвященных писателю, главным образом его личные фотографии. Своим главным достижением мы считаем то, что мы смогли адаптировать полученное сведения и составить маршрут, по которому писатель мог следовать в Риме один день. На основе его личных рассказов, переписки, а также дополнительных данных, в том числе из библиотек в Риме, о тех или иных зданиях, о ресторанах, мы узнали, где обедал, жил или гулял Борис Зайцев, что ему понравилось, а что не понравилось. Со стороны нашего участника из Италии девочке удалось лично пройти пешком по маршруту, которым ходил писатель, отснять материал. И мы постарались передать ту атмосферу времени, которую прочувствовал сам писатель. Показать старый Рим и Рим, который мы видим в наши дни. А так как это вечный город, в котором практически каждый кирпичик остается на своем месте, у нас есть все шансы увидеть Рим таким, каким его видел сам Борис Константинович Зайцев.
с шумной толпой, узкими улицами и под сапфировым небом. Спасибо большое за внимание. Огромное спасибо. Команда проекта «Борис Зайцев в Риме» благодарит Библиотеку Союза театральных деятелей и лично Людмилу Юрьевну Сидоренко, а также Музей писателей Орловцев и лично Ефремову Веру Витальевну и Самарину Ирину Владимировну. Рим, вам слово. Спасибо большое. Да, мы должны отметить, что сегодня, когда мы аплодируем нашим участникам, мы, конечно, аплодируем их научным руководителям в их университетах, в учебных заведениях, которые всю дорогу сопровождали, полностью сопровождали написание и финальный вариант создания финального варианта научно-исследовательской статьи. Спасибо большое всем, кто поддерживал на разных этапах наши команды. Я передаю микрофон и слово участнику команды, которая занималась исследованием пути Андрея Тарковского во Флоренции, в Италии. И ваши аплодисменты — Элиза Галассо, Институт русского языка имени Пушкина. И в Москве мы приветствуем ее коллегу Лала Елизавету, СГСПУ, филологический факультет. Пожалуйста. Всем привет, спасибо. Добрый вечер. Исследование нашей команды было посвящено пребыванию в Италии известного советского режиссера Андрея Тарковского и снятому им в Италии фильму «Ностальгия». Нам удалось встретиться с Лорой Гуэрра, русской женой Тонино Гуэрра, великий итальянский сценарист, который много работал с Феллини, например. Они были друзья. И мы встретили ее в Москве в июле этого года и услышали правдивые истории того невероятно творческого мира, в который она неожиданно попала. Например, она рассказала о первой встрече Феллини и Тарковского в маленьком ресторанчике здесь, в Италии. А также в августе этого года мы взяли интервью у Лучано Товоли, оператора, постановщика фильма «Темпо ди Виаджо», то есть «Время путешествия», который много сотрудничал с Антониони, например, в фильме «Профессионе репортер». В наш видеоролик мы включили забавный анекдот, когда Тарковский по совету Тонино отправляется искать Лучано Товоли в Риме, например, это очень забавно. С научной точки зрения, наше самое значительное открытие касается интерпретации фильма. Для тех, кто еще не видел, это история русского писателя Андрея Горчакова, который находится в Италии, чтобы написать биографию русского композитора Андрея Сосновского. А вместе с ним его переводчица Евгения. А во время остановки в Баньо-Виньоне, маленький город в Тоскане, Горчаков встречает Доменико, человека, которого все считают сумасшедшим, потому что несколькими годами ранее он был запрет дома на 7 лет со своей семьей в ожидании конца света. А сейчас я с удовольствием передаю слово коллега в Москве, Лизе. Пожалуйста. В дополнение к более подробному объяснению этой интерпретации и двух интервью, то есть Таволи и Лори Гуэра, в видеоролике вы можете видеть кадры мест, которые вошли как в репортаж «Время путешествия», так и в художественный фильм «Ностальгия». Элиза ездила в Лонгбардский склеп, где Андрей показывал Мадонну дель Парто, еще один ключевой момент в фильме, а также в Лечче, где стоит церковь в стиле барокко, которая была частью фильма, которая, по словам Тарковского, оказалась слишком красива и не подходила для того, чтобы снимать там «Ностальгию». Также нам удалось побывать, точнее, Лизе в бане Виньони, что являлось краеугольным камнем фильма Тарковского. И, наконец, последнее. Вопрос о том, как понимать друг друга, как с точки зрения языка, так и с точки зрения ценностей и, следовательно, культуры, очень важен в фильме, он раскрывается. Мы надеемся, что наше исследование внесло свой вклад
познание творчества этого уже очень известного режиссера и его итальянских друзей, прежде всего, как пример встречи и сотрудничества между двумя культурами. Спасибо. Спасибо огромное большое. Спасибо, Лиза. Спасибо, Элиза. Очень интересный проект. Ну, а мы приветствуем следующую команду, большую, полноводную, можно сказать. Мы приветствуем здесь, в Москве, двух студенток Московского государственного института культуры, Красильникову Елизавету и Карамышеву Елизавету. А также большой привет передаем в Рим Пилипенко Людмиле, Болонский университет. Девушки, вам слово. Человек, которому можно сказать все и ничего. Темой нашей статьи стал знаменитый русский художник Карл Павлович Брюллов и его визит в итальянский город Болонья. В ходе работы мы провели исследование библиотеки города Москвы, Санкт-Петербурга и непосредственно самой Болоньи. Мы столкнулись с острой нехваткой информации не только по нашей теме, но и в целом по жизни Карла Павловича. К сожалению, в российских источниках даже сам визит в Болонью не всегда упоминается. Как нам удалось выяснить позже, сам Карл Павлович не любил писать письма, ограничиваясь короткими записками. Мемуаров и дневников, соответственно, у него не было. Поэтому при написании своей статьи мы упирались на источники, принадлежащие окружению Карла Брюллова, которых оказалось сравнительно больше. Дальше я хочу передать слово Ире в Италии. Да, действительно, наш персонаж жил почти два века назад, точнее, побывал в Италии почти два века назад, поэтому мы работали с архивными записями, с мемуарами, с письмами. И в Болонье в архивах, особенно вот в библиотеке Арти Джиназио, нам удалось найти письма. Но, как заметили мои коллеги, сам Брюллов не писал особо и письма свои уничтожал, поэтому это были обычно письма, в которых упоминался Брюллов, например, письмо Джудиты Пасты, известной актрисы и танцовщицы, которая спрашивала у скульптора Баруцци, который был замечательным другом Брюллова, о том, куда вообще подевался Брюллов и когда будет закончен ее портрет. Также хотела сказать, что Брюллов побывал в Болонье как минимум два раза, и первый раз он побывал там всего полдня, но нам зато известно, где именно. Мы изучили, допустим, мы увидели его путь и проследили его. Например, он побывал в двух галереях, в двух самых больших коллекциях болонских, и на основании переписи при завещании этих коллекций наследникам мы смогли узнать, какие картины именно мог видеть Брюллов, и, соответственно, это большой вклад в то, что могло повлиять на его творчество. Вот. К сожалению, работа, разумеется, не уместила всего того материала, который мы нашли, но мы сфокусились на самом основном, и я благодарю моих коллег из России за то, что мы проделали замечательную работу. Это было очень здорово, и особенно новый опыт получить с работы с архивными записями. Спасибо. Все? Пару слов в завершении. А в завершении нашего выступления мы бы хотели поблагодарить доктора филологических наук, профессора и заведующего кафедрой Московского государственного института культуры Фломицу Елену Юрьевну и старшего научного сотрудника отдела живописи 18-го, первой половины 19 века Калугину Наталью из Третьяковской галереи. Все, большое спасибо, да. Итак, следующий проект также нам поведает о русских в Болонье, который, насколько я могу понять из количества проектов о Болонье, является популярным местом такого культурного туризма среди наших сограждан. И презентацию проекта «Иван Цветаев в Болонье» представит Даниил Гуков. Ваши аплодисменты. Добрый вечер. Я рад приветствовать всех от себя и от участников нашей команды. Сегодня, к сожалению, нет еще двух человек, а именно Никиты и Екатерины. Именно я отвечал за часть по созданию видеоматериала и его монтажа, который, надеюсь, зрители оценили. Екатерина и Никита провели масштабную исследовательскую работу. Проехали немало километров для получения эксклюзивного материала. И им удалось найти уникальные архивы
архивные материалы, которые никогда ранее нигде не публиковались. А именно это письма Ивана Цветаева к итальянскому поэту Кардуччи, которые хранились в одном из архивов. Это абсолютно новые данные для цветаеведов. В статье подробно описываются эти письма. В ролике же мы рассказываем историю Ивана Цветаева в Италии и показали дом, в котором Цветаев проживал во время своего визита в Болонью. Этот адрес стал известен благодаря исследованию ребят. Нашей команде приятно быть частью проекта «Италия. Русские дороги». Желаем всем новых открытий и успехов. Спасибо. Спасибо большое, Даниил. Рим, вам слово, ваш ход следующий. Спасибо большое выступающим. Действительно, не знаю, как у вас, а у меня каждый раз я испытываю мурашки, какой глагол можно использовать, они есть, когда я читаю, вижу, когда вы делитесь своими открытиями. Мы нашли письмо, мы нашли адрес, я был в архиве и нашел что-то. Мне кажется, это самое ценное, эти мурашки, это самое главное достижение нашего проекта. Я очень благодарна вам за то, что вы нам их и себе тоже дарите. Спасибо вам большое, наши участники. Я приветствую на нашей сцене ветерана, можно так сказать, уже проекта «Италия. Русские дороги». Да, Марко, я тебе. Марко Донато, студент факультета философии Мессинского университета, Мессина, Италия. Он участвует в нашем проекте уже второй раз. Затянула его исследовательская деятельность. И, Марко, тебе слово. Команда Федор Ушаков и его след в Мессине на юге Италии. Уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, всем добрый вечер. Сегодня я хочу представлять вам мою работу Вячеслава Федора Ушакова. Как вы знаете, легендарный русский флотоводец прибыл на Сицилию из Корфу в августе 1799 года в поддержку антифранцузской коалиции и на помощь эскадре адмирала Нельсона. Таким образом, я решил анализировать русских источников кампании Ушакова в Средиземном море. И нашел важную монографию, что Институт истории Академии наук Советского Союза опубликовал в Москве в 1956 году. Русская монография хранит самых важных документов итальянской кампании, как письма, что Ушаков написал вице-адмиралу Нельсону из Мессины в 1799 году. Или как письма, что русский адмирал получил в Мессине от фельдмаршала Суворова во время блокады Генуи. Кроме того, я нашел интересную монографию на итальянском языке по редакции итальянского эксперта военной истории Анджело Саворетти. Итальянский историк анализировал фундаментальные этапы военной карьеры русского флотоводца и называл Ушаков как великий новатор военных тактик российского флота в контексте русской и турецкой войны и блокады острова Корфу. В заключение, сицилийская монография 1908 «Русские моряки в Мессине» цитирует новость визита от советского крейсера адмирала Ушакова в Мессину в 1973 году. Итак, я посетил региональную библиотеку и прочитал газету «Тавро времени». К сожалению, итальянские журналы поговорили только о программе визита советской делегации в Мессину и анонсировали новость открытия дипломатических переговоров и реализации первой мемориальной доски в честь подвига русских матросов в 1908 году. Сегодня вечером хочу поблагодарить генконсул России в Палермо Сергей Патронов и сотрудников архив МИД Российской Федерации в Москве за отправление официальных документов компании Ушаков на Средиземном море. Кроме того, хочу поблагодарить московский скульптор Дмитрий Куколас. Он решит встретиться с моими коллегами в Москве и показывал оригинальные рисунки своего бронзового бюста в честь адмирала Ушакова, что сегодня находится в Мессине на площади русских моряков. К сожалению, последняя церемония в память легендарного флотоводца состоялась в 2014 году по инициативе консульства России в Палермо. Итак, надеемся, что русская дипмиссия на Сицилии решим организовать ежегодную церемонию в память сицилийского пребывания Ушакова. И также надеемся, что ваша дипмиссия поощрит создание форума изучения русского присутствия на Сицилии. Действительно, другие важные персонажи русской истории посетили Сицилию, как семья царя Николая I в Палермо в 1845 году. Уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, спасибо вам большое за внимание.
Большое спасибо, Марко. Очень интересная презентация своего проекта. И в Москве свой следующий проект презентует команда проекта Александр Боткин в Сан-Ремо. И у нас в зале Чумак Никита и Иглина Полина, Южный федеральный университет. Вам слово. Добрый вечер, уважаемые члены жюри, коллеги. В рамках конкурса наша команда создала статью и ролик о жизни Александра Сергеевича Боткина. Александр Сергеевич – однозначно значимая личность для нашей истории, и при сборе и оформлении информации нашей команде показалось, что этот человек знал и умел все, что можно знать и уметь. Он был морским офицером, врачом, гидрографом и конструктором. Однако его биография остается малоизученной и малоизвестной среди обывателей. Она теряется на фоне истории жизни его знаменитого отца Сергея Петровича, а также его старших братьев. Факты об Александре Сергеевиче были разбросаны по разным источникам, и на момент написания статьи это стало для нас основной проблемой. Новость о том, что Третьяковская галерея купила Боткинский архив, стала для нас толчком в работе над этой статьей. Мы надеялись найти новые источники, новые документы, фотографии, какие-то материалы, которые могут получше раскрыть эту малоизвестную личность, как сказала Полина. Однако, к сожалению, поскольку этот архив только был куплен недавно, в 2019 году, он изучается, и по политике Третьяковской галереи нам не выдали каких-то материалов, вот, потому что они и сами еще толком-то и не разобрались, что там в них включено, и подобное изучение происходит только сейчас, до сих пор, поэтому нам пришлось выкручиваться из этой ситуации, и мы взяли интервью у сотрудников Третьяковской галереи, и на этапе написания статьи для нас было важным понять больше, именно составить психологический портрет этого человека, понять, какие мотивы он имел, и почему он поступал именно так, как поступал. Вот. И я думаю, мы с этой задачей справились. Это было тяжело, но очень увлекательно и интересно. Я бы хотел отдельно от лица нашей команды поблагодарить сотрудников Третьяковской галереи, которые нам помогли в нашей работе. Это я хотел бы поблагодарить Татьяну Витальевну Юденкову, а также Ольгу Константиновну Ментюкову, которые нас консультировали во время работы и даже смогли представить часть новых материалов, которые еще нигде не опубликованы. Вот. Спасибо большое, ребята. Ваши аплодисменты. Действительно, уже уникальные проекты с первозданными документами. И следующая презентация для вас, презентация команды, которые посвятили свое исследование Италии и Петру Толстому. Слово Василисе Серегиной, МГУ имени Ломоносова. Добрый день. Я хотела бы начать свое выступление с цитаты. «Я не знаю нового наслаждения, как познавать». Эта фраза Франческо Петрарки, но она, мне кажется, подошла бы как нашему конкурсу, так и герою нашего исследования, историку Петра I, Петру Андреевичу Толстому. Всего несколько дней, два посещения города Бари в конце XVII века и в начале XVIII, и какая-то мистическая связь. Источников очень мало, но эти, мне кажется, они ценны. Это великолепный путевой дневник Толстого, составленные в первое путешествие по Италии, и дипломатические письма, проливающие свет на события второй его поездки. Наше исследование коснулось впечатлений Толстого как представителя старой московской знати, который неожиданно столкнулся с чуждым для него миром. Мы проследили изменения восприятия путешественника. По мере удаления от российских границ, предубеждение касательно всего итальянского и просто иностранного, сменяется искренним интересом и позже восхищением чужой культурой. В путешествиях Петр Андреевич раскрывается всеми гранями своего таланта, даже итальянский язык он учит всего за несколько месяцев до тонкостей диалектов.
Кроме того, Толстой не просто политик, он игрок, и оба его путешествия стали трамплинами в его карьере. Мы попытались найти связь между обоими путешествиями. После первого, во время которого он знакомился с европейской жизнью и обучался морскому делу, возвращение на родину Апала сменилось для него дипломатической карьерой. А после второго, во время которого он выполнял миссию по возвращению царевича Алексея на родину, он получил графский титул и стал начальником тайной канцелярии. Как будто Италия способствовала счастью в его жизни и благословение святого Николая, которому он молился в баре, следовало за ним. Тем не менее, во время второй поездки царевич Алексей воспользовался тем, что Петр Толстой был восхищен Барри и выпросил у него отсрочку, благодаря которой успешно завершились переговоры с его отцом Петром Первым. Но Толстой по возвращении на родину как будто лишается благословения святого Николая. Разумеется, это домыслы, но некоторая связь, мне кажется, присутствует. Существует легенда, что царевич Алексей проклял род Толстых до 33-го колена, и впоследствии в их роду рождались и гении, и безумцы. Если верить в эту легенду, кажется неудивительным, что после смерти Петра I Толстой совершает фатальную ошибку в политической игре и умирает в ссылке на Соловецком монастыре, в Соловецком монастыре. Разумеется, все это домыслы и догадки, попытки провести параллели, но нас невероятно поразило такое количество совпадений. Было очень интересно работать с таким материалом. В завершение я хотела бы поблагодарить Государственный музей Льва Николаевича Толстого на Пречистенке и лично научного сотрудника Дарью Алексеевну Луговскую, а также наших друзей и волонтеров, кто помогал в съемках. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Василиса. Должен восстановить справедливость, потому что в нашем зале присутствуют два участника этой команды. Это, собственно, Василиса, которая прекрасно презентовала и проект, и Софья Керносова. Софья, встаньте, пожалуйста. Извините, пропустил, занервничался. И следующий проект посвящен Петру Кончаловскому в Сиене. И его презентует нам Любовь Миронова, Московский государственный университет имени Ломоносова. И также мы приветствуем в Риме Эстер Сантори, университет для иностранцев Сиены. Я надеюсь, вы нас слышите, мы вам аплодируем. И, Любовь, вам слово. Добрый вечер. Мы команда, которая в течение предыдущего года изучала судьбу известного российского и советского живописца Петра Петровича Кончаловского, его путешествие в удивительный тосканский город Сиену. Работа над этим периодом жизни художника оказалась очень непростой. Кроме того, что исследователи опускают 1912 год во время изучения его творчества, хотя в это время происходит коренной перелом в художественном мировоззрении Петра Петровича, и где в Сиене были написаны многие его знаменитые полотна, так еще и сам художник не любил писать ни дневников, ни писем. Однако, благодаря фонду Петра Кончаловского, мы можем представить вам две уникальные фотографии того летнего путешествия, а также заметки супруги живописца, благодаря которым мы уточнили место проживания семьи в Сиене, смогли сопоставить современные пейзажи с представленными на полотнах. Кроме того, благодаря современным возможностям и соцсетям мы смогли связаться с наследником Петра Петровича, Андреем Кончаловским, и привести в работе забавные моменты из жизни живописца. Это был долгий и трудный путь. Большое спасибо организаторам за такую уникальную возможность познакомиться с судьбой и искусством великого человека Петра Петровича Кончаловского. Также хотелось бы поблагодарить фонд Петра Кончаловского за представленную информацию. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое. И следующий проект посвящен пути Максима Горького. В Италии для нас выступит Александр Слепцов, Южный федеральный университет.
Здравствуйте, здравствуйте. Максим Горький, ну, поистине великая и очень популярная фигура, и оттого неизвестная и даже немного загадочная. И перед тем, как мы приступали к проекту, мы хотели ознакомиться, развеять какие-то мифы для себя. И изначально было много задач. Попытаться отделить Горького как писателя и Горького как человека. Попытаться изобразить, показать вклад, настоящий вклад Максима Горького в большевистское движение. Как и почему он стал популярен за рубежом. И как только мы начали готовиться, как только начали изучать материалы, приблизились к источникам, поняли, что каждая задача, каждый вопрос – это тема отдельного исследования. Поэтому решили задержаться и сделать упор на Италии. И с помощью материалов, с помощью литературы, вот, например, Лидии Петровны Быковской, ее книги «Максим Горький в Италии», удалось восстановить некоторые дни буквально по часам. И, собственно, все фотографии, которые представлены в видео, это не просто материалы, не просто фото и не просто видео. Это попытка показать то, как Максим Горький видел Италию. Поэтому ну, попытались максимально приблизить зрителя к той обстановке. Надеюсь, у нас получилось. Спасибо. Так, большое спасибо. У меня указано, что данная команда благодарит Луиджи Марино, президента культурной ассоциации «Максим Горький» в Неаполе, и Ивана Марино. Мы идем дальше. Следующая презентация проекта «Пути Сергея Дягилева». И ее нам представит Иван Рогожин, Южный федеральный университет. И в Риме, я думаю, нас слышит Клаудио Палли, университет Триеста. Привет. Мы начали работу с чтения книг и статей о Дягилеве, точнее о его жизни и деятельности в Санкт-Петербурге и Венеции. Затем мы искали организации и ассоциации, которые могли бы предоставить нам дополнительную информацию и материалы, как, например, ежегодники, письма, фотографии, и пытались связаться с ними. Для меня в Венеции это было непросто по двум причинам. Первое, потому что в Венеции мало следов Дягилева, несмотря на то, что он провел там много времени. И вторая, потому что люди, которых я встретила или должна была встретить, были настроены скептически и не очень готовы нам не помочь. Конечно, это жалко, но в итоге нам удалось написать статью. Так, используя материал, который у нас был. Я хочу сказать огромное спасибо Дарье и Ивану за сотрудничество. Хочу сказать большое спасибо Русскому дому за гостеприимство. И спасибо организаторам и всем, кто нам помогал в процессе. Спасибо большое, Клаудия. Очень рад видеть вас в Италии. Вот. И хотел бы пару слов сказать о том, что, говоря о Сергее Павловиче Дягилеве, конечно, нельзя не отметить его организаторские способности. Да, человек отдавался полностью искусству. И в любых ситуациях последние деньги он
вкладывал в искусство, вкладывал в те костюмы, в те постановки, в те русские сезоны, которые происходили в Италии. Спасибо большое данному проекту за возможность ознакомиться с теми документами, с теми письмами, которые Клаудия любезно предоставила. Вот. Мне, как человеку с историческим образованием, это очень-очень тронуло и было очень приятно ознакомиться с теми материалами, которые мы предоставили в своей статье, вот, ну и постарались отразить в ролике. Спасибо. Спасибо большое, ребята. Эта команда благодарит главного хранителя рукописного отдела Пушкинского дома Российской академии наук Кощеенко Ирину Владимировну. Еще одна маленькая ремарка от меня. Я забыл. Ну что ж, вечер. Не знаю, ретроградный Меркурий, магнитные бури. Забыл поприветствовать Софью Самохину, также члена команды Максима Горького. Ваши аплодисменты. Я извиняюсь, постараюсь больше никого не забыть. Да, Василис. Прошу прощения, в нашей команде тоже не назвали одного человека. К сожалению, он не смог присутствовать при именно конференции. Еще Греф Семен. Он очень помог нам со съемками и поиском информации в баре. Спасибо. Да, и это не единственный человек, кого мы так забыли, потому что мы сегодня приветствуем только тех, кто у нас присутствует и в Риме, и в Москве. Но мы обязательно назовем сегодня всех на церемонии награждения. Поэтому, друзья, не обижайтесь. Рим, вам слово. Спасибо большое. Конечно, мы приветствуем Барри и не только, всех наших участников сегодня весь вечер. И предоставляем слово членам команды Александра Блока и его следов Перуджи в Умбрии. Паоло Бадзанти, университет Перуджи. Алина Сизова, филологический факультет ЮФУ. Мария Алексеева, исторический факультет ЮФУ. С нами в Москве. Спасибо. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, добрый вечер. Вместе с моими коллегами из Ростова-на-Дону, Мария Алексеева и Алиной Сизовой, мы занимались сбором и анализом информации о поездке поэта Александра Александровича Блока и его жены в мой район, в Умбрию, а именно в города Перуджи, Ассизи, Фолиньо и Сполето. Наша цель была установить точный маршрут путешествия Блока по итальянскому региону, благодаря которому люди смогли бы познакомиться с полноценной картиной, увиденного поэтом, и понять, чем он вдохновлялся при написании своих знаменитых стихов и прозаических впечатлений об Италии. В ходе исследования мы обращались к произведениям самого Блока, собранных писателем Марилиной Рей в книге «Nel cielo nero d'Italia», на русском «В черном небе Италии», и с работой итальянского слависта Эттора Лугатто. Мы изучили дневники, стихи и рассказы поэта, в которых нашли личные впечатления Блока об Италии. А сейчас будут говорить мои коллеги. Спасибо, Пауло. Обратившись к физическим и онлайн-архивам Умбрии, также письмам писателя к матери о впечатлениях путешествия по Италии и его заметкам в дневнике, нам удалось реконструировать поездку поэта по умбрийским городам, воссоздать внешний вид городской и сельской местности. В частности, это произошло благодаря обнаружению старинных фотографий в тех же самых итальянских архивах начала 20-го столетия. Нам удалось установить точное время пребывания Блока в тех или иных городах, также благодаря нахождению расписаний поездов того времени, ну и узнать, в каких местах не запечатленный в дневнике Александра Блока мог находиться сам поэт. Также мы благодарны музею-квартире Блока. Благодаря нему нам удалось получить дополнительные сведения об особом отношении поэта к итальянской культуре и найти его личные архивные открытки, привезенные из самой Италии.
В результате проделанной работы нам удалось не только детально реконструировать поездку блока в Умбрию, но и отразить связь полученных фактов с личными впечатлениями поэта в образе стихов и рассказов, выяснить, как и что вдохновило поэта на индивидуальное словесное изображение Италии начала XX века. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Эта команда благодарит своего научного руководителя Шейко Елену Владимировну и сотрудников музея-квартиры Александра Блока. И я уже жду на нашей сцене команды Федор Тютчев в Турине, Сергей Нирян. И приветствуем в Москве Ксению Василец, дипломатическая академия МИД России. Добрый вечер всем. Итак, наш путь к реализации этого проекта был не самым простым, так как герой нашего проекта Федор Иванович Тютчев жил на территории нынешней Италии в первой половине 1800-х годов. И найти достоверные сведения о его прибыли в Италии было непросто, но мы постарались. Наша стратегия. Мы начали с поиска информации в интернете, связались с различными государственными учреждениями, такими как муниципалитет города Турина, дабы установить место проживания нашего персонажа и его семьи. Мы обращались в Центральную библиотеку Москвы для установления писем, написанных рукой Федора Тютчева. Когда он проживал в Италии, мы посетили различные места и города, где остановился наш герой. В России мы посетили усадьбу Муранова и Царское село, где он был похоронен. Мы даже посетили место, где была похоронена его жена здесь, в Италии. Это место называется Торре Пелличе. И на протяжении всего нашего расследования мы пытались погрузиться в атмосферу того периода, понять чувства нашего персонажа, его мысли, приходя к выводу, что жизнь в Пьемонте была судьбоносным и очень непростым фактом в жизни великого русского лирика. Я благодарен участию в этом итало-русском проекте, который позволил нам, молодым людям, проживающим в Италии, узнать и погрузиться в историю, жизнь великих личностей, повлиявших в историческую и культурную связь Италии и России. Хотелось бы высказать слова благодарности Екатерине, без которой мы бы не достигли достойного результата и финала этого проекта. Спасибо, Сергей. Еще я хотел выразить благодарность моей коллеге, которая находится сейчас в России, Ксении, без которой я в одиночку не справился с этим задачей. И особенно благодарность Ольге Калиниченко, руководителю ассоциации в Турине «Дива», что пригласила меня в этот проект. Проекту «Русские дороги. Развитие и процветание». Спасибо большое, Сергей. Ну что ж, у нас на очереди последняя, завершающая, 15-я презентация проекта, посвященная путешествию Алексея Толстого в Италии. Ее для нас презентуют Алиса Бручунова и Анастасия Толстикова. Девушки, вам слово. Добрый вечер, уважаемые участники, члены жюри и гости этого мероприятия. Наша работа, как уже было сказано, посвящена Алексею Николаевичу Толстому, российскому и советскому писателю. Стоит отметить, что для нас это не просто имя. Дело в том, что Алексей Толстой неразрывно и тесно связан с нашим родным городом. Он провел большую часть своего детства в Самаре. И особенную роль в сознании нашей работы сыграли уникальные материалы, которые были предоставлены Самарским литературным музеем. Стоит отметить, что этот музей находится именно в том доме, где жил Алексей Толстой. И именно благодаря им мы смогли восстановить точную хронологию событий. В своем исследовании мы затронули конкретно поездку Алексея Толстого в Соренто. И во время нашей работы мы обнаружили, что, к сожалению, достаточно мало сведений в научной и библиографической литературе отводится этому периоду. Поэтому мы решили восполнить этот пробел. В нашей работе мы выяснили, как сильно итальянский период повлиял на судьбу и творчество Алексея Толстого,
оказалось, что достаточно сильно, так как исследователи обычно выделяют в целом европейские мотивы в творчестве писателя, или, например, немецкие, так как Толстой незадолго до Италии побывал в Берлине. Но мы постарались найти именно те ниточки, которые связали итальянские впечатления от поездки с их отголосками в последующих произведениях Алексея Николаевича Толстого. И, конечно, самым интересным и удивительным было открытие, совершенное нами, а именно мы определили точную дату приезда Алексея Толстого в Соренто, это 23 марта 1932 года. Далее я хотела бы передать слово нашей коллеге в Италии Ксении Пащенко. Добрый вечер всем. Также было мне интересно узнать отношение итальянцев к произведению Алексея Толстого, и в частности в сказке «Буратино». Скажу вам так, что не все в Неаполе очень были обознаны об этом разнице между «Буратино» и «Пиноккио». Но мне кажется, сейчас уже более будет интересней им и узнавать больше. Особенно также хотелось сказать спасибо Екатерине Гунтеревой за этот прекрасный проект, за «Русский дом», за то, что вы существуете и всегда нас приглашаете. Девочки, вы потрясающая команда. Вне зависимости на все сложности, вы находили время дозвониться, соединиться. Алиса и Анастасия, вы просто молодцы, я вами горжусь. И очень хочу сказать спасибо также Ассоциации Горького, которые помогли мне найти подтверждение, что все-таки приезжал Алексей Толстой к нему на виллу в библиотеке у нас в Неаполе. Она очень много имеет книг, очень-очень интересная. Спасибо большое за внимание и спасибо вам всем за добрый-добрый уютный дом, который всегда хочется вернуться. Спасибо. И прежде чем перейти к церемонии награждения, я хотела бы выразить слова восхищения и признательности команде проекта, например, Дарьи Фроловой, город Новосибирск, дизайн, верстка, поддержка работы сайта и много разных еще технических вещей, не спит сейчас вместе с нами, и Анастасия Воронцова, город Санкт-Петербург, но она сегодня в Москве помогает в организации нашего мероприятие. Видите, какая у нас широкая география во всех странах. Итак, для церемонии награждения. Итак, да, мы начинаем церемонию награждения. И здесь, в Москве, я приглашаю для церемонии награждения на нашу позицию перед нашим президиумом жюри председателя жюри Алексея Алексеевича Карамурзу. Ваши аплодисменты. Давайте приветствовать наше жюри аплодисментами. Профессора Жукову Ольгу Анатольевну. Продюсера Гамбург Елизавету Дэвидовну и, конечно же, Владимира Александровича Дмитриева. Рим тоже готов к церемонии награждения, и я прошу аплодисментами встретить нашего члена жюри Дарью Алексеевну Пушкову и наших будущих победителей. Итак, мы приветствуем аплодисментами участников конкурса «Италия. Русские дороги». Марко Донато, ваши аплодисменты. Екатерина, нас здесь чуть больше, поэтому мы будем приветствовать сразу по двое участников. Дипломом участника конкурса «Италия. Русские дороги» награждается Софья Кирносова. Мы ждем вас здесь, на нашей сцене, и мы также приглашаем Ксению Василец.
Ксения у нас, видимо, уже убежала. Но ничего, я а думаю, награда... А у нас вот наши участники просят микрофон, пока вы там награждаете. Наши итальянские друзья скажут пару. Пожалуйста, слов. У нас тоже стоит микрофон, так что мы спасибо тоже имеем такое внимание, право. Спасибо за дорогие коллеги, дорогие участники. Итак, как вы знаете, Мессина важная город, важный город для истории русского путешествия. Итак, сегодня у меня специальный подарок. Я хочу дарить вам сегодня вечером нашему центру в Риме, нашему виктору нашего проекта картинки, что художница, русская художница Варвара Изутова. Она работает и живет в Мессине, она педагог кафедры шелкографии для Академии искусства в Мессине. Она реализовала в 2016 году в университете Мессине первая выставка в Мессине русских моряков в Мессине. Здесь у нас два картинки для вас, для вашего музея. Кроме того, у меня специальный подарок для вас, потому что, как вы знаете, во время моего выступления я поговорил об открытии первой мемориальной доски в честь русских матросов в Мессине. Возможно, вы не знаете, что в 1978 году в Мессине состоялась открытие, церемония открытия этой доски. И во время церемонии участвовали посол Советского Союза в Риме Никита Рижов и генеральный командир эскадры Советского Союза на Средиземном море адмирал Рижов. Во время церемонии открытия они поблагодарили Мессину и жителей нашего города за память героизма ваших моряков в Мессине. Так, сегодня вечером я решил подарить вам официальную почтовую марку, что почта Советского Союза реализовала во время юбилея 70 лет Мессинского землетрясения в октябре 1778 году. Поздравляю вас! Марго, спасибо большое. Вот такая хлебосольная Мессина всегда приезжает к нам с подарками. Спасибо, Марго. Итак, ну пока Италия фотографируется и принимает подарки, давайте мы продолжим награждение. Дипломом участника награждается Софья Самохина. Аплодисменты. Так же, как и Александр Слепцов. Дипломом участника награждается Сергей Нерян. Ваши аплодисменты. Дипломом участника награждается Елизавета Карамышева и Елизавета Красильникова. Дипломом участника проекта «Италия. Русские дороги» награждается Пауло Бадзанти. Ваши аплодисменты. Дипломом участника конкурса «Италия. Русские дороги» награждается Алина Сизова. Дипломом участника конкурса награждается Людмила Пилипенко. Дипломом участника конкурса «Италия. Русские дороги» награждается Марина Алексеева и Василиса Серегина. Итак, прошу, торжественный момент, трепетный, общая фотография участников с нашими уважаемыми членами коллегии жюри. Улыбайтесь шире, мы не видим ваших улыбок. Можно поаплодировать, это участники, дальше интрига будет нарастать.
Интрига нарастает. Впереди награждение номинации «Лучшая научно-исследовательская статья». Итак, спасибо. Присаживаемся. И сердца замирают. Дипломом за третье место награждаются участники команды «Дягилев» в Венеции. Это Клаудио Палли, Иван Рогожин и Дарья Борисова. Ваши аплодисменты. Команда «Дягилев» в Венеции. Мы просим вас остаться на нашей сцене и также приглашаем следующих участников, которые также занимают третье место в этой номинации. Это команда «Боткин Санремо», Никита Чумак и Полина Иглина. Ваши аплодисменты. И еще одна команда получает дипломы за третье место. Это команда Тарковского во Флоренции. Элиза Галассо, Ольга Раудина, Елизавета Лала. Вот оживился зал, поддерживает Флоренция или Санремо. Неясно, но в любом случае мы вас поздравляем. Итак, конечно же, наша традиционная общая фотография. А где у нас Елизавета? Елизавета, вот-вот Алексей Алексеевич ждет вас с дипломом. Давайте поаплодируем еще раз нашим бронзовым призерам в этой номинации. И момент для общей фотографии. И мы переходим к серебряным призерам. Второе место в номинации «Научно-исследовательская статья». Я создаю у себя по тумбе такую барабанную дробь. Пока ребята присаживаются, занимает команда, исследовавшая Кончаловского в Сиене. Это Эстер Сантори и Любовь Миронова. Мы вас поздравляем. Второе место. Также вместе с ними составляют прекрасную компанию и разделяют второе место команда проекта «Плисецкая в Риме». Это Анастасия Калашникова, Олеся Соловьева и Юлия Крисанова. Да, мы можем продолжительнее аплодировать, потому что ребята здесь... Да-да, выходите к нам, конечно. Ребята здесь с нами. Итак, прошу вас, давайте построим красивую картинку для прекрасной фотографии, которую, я думаю, создаст вам... Ее нужно будет точно распечатать, потому что фотографии с такими людьми, в таких местах и в такие моменты всегда оставляют особенный эмоциональный отклик в любом доме. Ну что ж, Рим, раскрываем интригу первого места. Раскрываем интригу. Первое место в номинации «Лучшая научно-исследовательская статья» команда «Цветаева в Болонье». Екатерина Матросова, Никита Чепурин и Даниил Губков. Мы вас поздравляем, ребята. Лучшая статья этого года. Да, у нас не очень хорошо передалось. Всех участников. Да, это была команда «Цветаев» в Болонье. И первое место у нас просто немножко передалось с задержкой. Передаем привет Екатерине в Болонью. Мы знаем, что она сейчас видит и слышит нас. Это действительно большой труд целого года работы. Представляете? И вот сегодня наконец настал момент, когда заслуженное спасибо, благодарность и признание успеха. Мы поздравляем всех финалистов и победителей проекта «Италия. Русские дороги». Итак, у нас состоялась фотография, мы можем продолжать. Следующая номинация – это научно-популярный видеоролик. И третье место в этой номинации занимает команда «Зайцев в Риме». Мы поздравляем Валерию Гордиенко, Александру Дубровскую и Екатерину Дорош. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Третье место – «Зайцев в Риме». У нас коллеги все сейчас в Москве. Мы на них смотрим, да, радуемся и поддерживаем. Еще одна команда. Еще одна команда занимает третье место. Это команда
Алексея Толстого «Соренто». Это Ксения Пащенко, Алиса Бручинова и Анастасия Толстикова. У нас есть представитель в Риме. Итак, у нас памятная фотография и в Москве, и в Риме. Итак, отлично, можно еще раз поаплодировать девушкам. Это третье место, бронзовые призеры и тайна серебряной премии в этой номинации перестает быть тайной. Второе место в номинации научно-популярный видеоролик занимает команда «Плесецкая в Риме», а именно Анастасия Калашникова, Ольга Соловьева и Юлия Крисанова. И также не буду долго тянуть интригу. Второе место разделяет с этой прекрасной компанией девушек команда «Есенин в Риме» в составе единственной Ильнары Исмаиловой. Поздравляем Рим, поздравляем Ильнару. Второе место. Итак, все готовы. Первое место. Номинация «Лучший видеоролик». Как вы думаете, кто это? Что за команда победила? Есть идеи? Я вам подскажу. Это команда Цветаева в Болонье. Екатерина Матросова, Даниил Гуков и Никита Чепурин. Первое место. Мы поздравляем Даниила. Он находится в Москве. Мы сейчас посмотрим. Остальные наши участники также находятся где-то удаленно, следя сейчас за своим успехом. Но все-таки, друзья, ну вы понимаете, что интрига на самом деле раскрыта не полностью. В этом году впервые в истории, в долгой истории нашего конкурса, первое место в номинации «Видеоролик» было разделено между двумя командами. И мы поздравляем участников команды «Бостон Санремо». Это Никита Чумак и Полина Иглина. Друзья, еще одно первое место. И, Даниил, вернитесь, пожалуйста, к нам. Нам нужна общая фотография. Члены жюри не смогли определиться. Их сердца были разделены пополам между этими работами о Боткине и о Цветаеве. Напоминаю, что все эти видео вы можете посмотреть на нашем сайте «Страды.рус.се». Обязательно оценить работу нашего жюри. Итак, у нас торжественный момент, общее фото. Можно аплодировать нашим победителям в этой номинации. Но есть еще одна номинация, и, Екатерина, вам слово. Еще одна номинация. Дело в том, что мы изобрели ее еще в прошлом году, и отдельным специальным призом зрительских симпатий оцениваем тот видеоролик, который максимально разошелся по стране, по нашим странам, да, и собрал максимальное количество лайков, комментариев и прочих зрительских симпатий. Итак, номинация «Приз зрительских симпатий» с огромным отрывом, должна я вам сказать. И сейчас у этого ролика 2622 просмотра. Это команда Толстого, Алексея Толстого, это Ксения Пащенко, Алиса Бручинова и Анастасия Толстикова. Это отдельный большой труд. Мне кажется, вся Самара, ну, меньше. Очень много, 2600 человек из Самары посмотрели этот видеоролик. Мы приглашаем на эту сцену, да, Ксению Пащенко в Риме и Алису Бручинову и Анастасию Толстикову для получения своих призов. Итак, у нас торжественный момент фото. И, конечно же, мы бы хотели поблагодарить наше уважаемое жюри за уделенное время и то массу внимания, которое уделили нашему проекту. Мужчин мы благодарим от всей души, а прекрасной половине нашей жюри, коллеги жюри, маленькие комплименты, знак внимания от организаторов конкурса. Мы говорим спасибо Дарье Алексеевне за ваш труд, ваше внимание, тепло и заботу. Спасибо, что вы с нами.
И у нас, дорогие коллеги в Москве, я можно вас тоже поблагодарю от всей души, потому что чувствую нашу неразрывную связь. И всем нашим конкурсантам я хотела бы... Ну, я думаю, что они все смотрели ролики, но если кто-то не видел, то одна из тех прекрасных историй, которая была рассказана в ролике про Тарковского, Лоры Гуэрра, это был диалог Андрея Тарковского и Федерико Феллини. Он прекрасно иллюстрирует ту связь и ту разницу восприятия и, тем не менее, эмоциональную отзывчивость итальянского и русского народа. Тарковский, вечно размышляющий из России, экзистенциальный, говорит: «Федерико, я не знаю, что будет завтра». А Феллини ему отвечает, как истинный итальянец: «Андрей, относись ко всему легче. Никто не знает, что будет завтра». И вот я вас поздравляю всех с тем, что сегодня мы с вами делаем то, что мы можем. Мы делаем то, что нам нравится, потому что никто не знает, что будет завтра. Но сегодня мы точно сделали эти миры ближе, лучше, интереснее и красивее. Спасибо большое. Еще хотела сказать большое спасибо за помощь в организации Елене Гараниной. Пожалуйста, можно вас отдельно на сцену попросить? Вы пытаетесь в этот момент все время куда-то пропасть. Спасибо за то, что вы днем и ночью были с нами на связи, поддерживали нас и помогали нам. Спасибо большое Русскому дому в Риме. Да, Русский дом в Риме, мы вам аплодируем. Также огромное вам спасибо. И пару слов имеет сказать Алексей Алексеевич Карамурза, наш председатель коллегии жюри. Дорогие друзья и члены жюри, и члены оргкомитета, и дипломанты, и победители, лауреаты. Вы сегодня набрали огромное количество призов. Это ко многому обязывает. Мы ждем вас на конкурсе следующего года. Мы приветствуем Рим, дорогой. Мы приветствуем Русский дом в Риме. Мы мечтаем обязательно выступить там со временем, и это обязательно когда-нибудь произойдет. Всем друзьям и в России, и в Италии большое спасибо. Счастливо всем! Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Еще раз не устаю благодарить наше уважаемое жюри. Давайте еще раз поаплодируем за уделенное время. И сегодня каждый участник получил майку с изображением своего персонажа, своей персоналии, которому посвятили свое исследование. И я думаю, за время проекта вы стали очень близки с ними. Создать эти майки нам помогли наши партнеры, компании «Ямайка» и сеть принтерий в Москве и Санкт-Петербурге. И мы сейчас просим вас надеть эту майку. Наши волонтеры помогут вам пройти в помещение, где вы можете это сделать. И, Екатерина, вам слово. Да, буквально несколько минут, пока готовятся наши участники к большому, общему, красивому фото в новых майках с изображениями их любимых персонажей, мы бы хотели пригласить вас посмотреть короткие фрагменты этих двух роликов победителей, пока мы ждем, ну и это возможность оценить труд наших участников. И сейчас я прошу, да, поставить нам ролики победителей. Задумывались ли вы когда-нибудь, кто был создателем и первым директором одного из самых известных музеев в России? Речь идет, конечно же, о Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Имя этого человека знакомо немногим, а ведь именно он подарил России прекрасную коллекцию европейского искусства. Сегодня мы поговорим об Иване Владимировиче Цветаеве, об отце известной поэтессы Марины Цветаевой. Иван Владимирович Цветаев был в Италии 4 раза, и каждое из этих путешествий внесло вклад в развитие как итальянской культуры, так и русской. Эта история берет свое начало 16 мая 1847 года во Владимирской губернии, где в семье священника-землевладельца родился Иван Владимирович Цветаев. Получив духовное образование,
Осенью 1866 года поступает в Петербургский университет, который в 1870 году оканчивает в числе лучших студентов золотой медалью. После становится доцентом Варшавского университета по кафедре римской словесности и вместе с этим защищает магистерскую диссертацию о Таците. В 1875 году Иван Владимирович совершает первую заграничную командировку с научной целью изучения древних итальянских языков и письменностей. В рамках путешествия он посещает Грецию и Италию. Результатом этой командировки станет сборник осских надписей. Спустя 5 лет Иван Владимирович снова едет в Италию. Итогом этого путешествия станет книга «Путешествия по Италии в 1875 и 1880-х годах», а также брак с Варварой Дмитриевной Иловайской. Впоследствии именно под влиянием Вавы Цветаев перейдет к изучению античного искусства. Мы изучили присутствие Ивана Цветаева в Болонье. Первый раз он приезжает в 1888 году на празднование 800-летия со дня основания Болонского университета. Мы почти готовы, у нас еще буквально полторы минуты. Давайте посмотрим, может быть, минуту ролика Боткина, пока вы финально... Да, конечно, можно, и уже сделано. Италия стала гостеприимным домом не только для знаменитых русских писателей, художников, театральных деятелей и опальных политиков. После крушения империи в 10-20-х годах минувшего столетия на Апеннинах появляются русские неизвестные – инженеры, преподаватели, ученые и, конечно, военные – те, кто вел борьбу с большевиками и кто эту войну проиграл. В 1920 году один из последних эмигрантских пароходов доставил в Европу семью сына корифея русской медицины, лейб-медика Сергея Петровича Боткина и дочери крупного русского промышленника, мецената и собирателя живописи Павла Михайловича Третьякова. Александр Сергеевич и Мария Павловна Боткины выбирают своим новым домом итальянский Сан-Ремо. Этот типичный для своей эпохи исторический сюжет был обречен раствориться в большой европейской истории, если бы искусствоведы Третьяковской галереи не узнали о существовании архива Боткиных в Италии. В 2019 году документы, фотографии, письма и дневники этой удивительной семьи вернулись в Москву, в родные стены. И что было дальше с этими дневниками, документами, вы можете узнать, если перейдете на сайт estradarussa.com и посмотрите внимательно всех наших участников, все работы и обязательно посмотрите видеоролики наших победителей. Москва, вы готовы? Да, мы готовы. У нас уже участники в замечательных именных, можно сказать, персональных футболках. Давайте, давайте. Да, можно, пожалуйста, еще раз, уважаемые члены жюри, сфотографироваться вместе с нашими участниками, когда они в специализированных майках с нанесением изображения своего персонажа, также перед столом. Ребят, выходите, пожалуйста, все поближе сюда, перед столом, и как-то так покучнее, не заходя вот за уровни. Мы хотим вас видеть сейчас. Дело в том, что это единственная возможность сделать действительно общую фотографию. Можете такую, да, общую фотографию, насколько она может быть в зуме, чтобы вместе и Италия, и Россия получились на одном изображении. Да, включите нам, пожалуйста, ваш зал. Ребята, улыбаемся, пока ждем. Давайте начнем процесс фотографирования. И прежде чем наши фотографы сфотографируют, давайте мы будем делать скрин. Вот. Если мы будем смотреть в ту камеру, мы будем смотреть непосредственно в глаза нашим итальянским коллегам. Можем им помахать туда прежде, чтобы понять, они нас видят правильно. Да. Мы не видим вас. У нас нет вашего зала сейчас. Беги. Вот, наверное. Вот, ура. Теперь мы вместе. Ну что, попробуем делать действительно общую фотографию. Всех видно? Москву видно?
Да-да-да, вас видно замечательно. Ну что ж, давайте улыбнемся, крикнем «Ура!» в ту камеру и помашем нашим коллегам в Рим. 3-4, ура! Ну, чуть повеселее, друзья! Италия, мы можем чуть-чуть повеселее? Раз, два, три, ура! Итак, у нас начинается... конкурс на экспрессивность. Спасибо вам большое. Спасибо участникам из России. Спасибо участникам из Италии, из разных городов, партнерам, организаторам, членам жюри. Вы действительно делали одно очень важное, большое дело вместе с нами целый год. И я поздравляю вас с отличным результатом, тем, что вы стали командами, получили новые знания и победы. Спасибо вам. Мы желаем вам хорошего вечера. До новых встреч. Спасибо, Москва. Спасибо, Рим, большое. Мы вас тоже любим и машем вам руками и аплодируем. Мы вместе с вами, мы одна такая большая культурная, научная общность, которая ставит перед собой общие цели и, безусловно, их достигает. Но я должен сказать, что наши ребята в этих замечательных майках, это все благодаря компании «Ямайка». Это сеть принтерей в Москве и Санкт-Петербурге. «Ямайка» осуществляет печать на футболках от одной штуки и оптом. Вы можете заказать свою футболку, не выходя из дома, и в интернет-магазине. «Ямайка» производит печать на футболках прямой цифровой печатью, термопереносом и шелкографией. Спасибо вам большое, друзья. До новых встреч в следующем году. Спасибо вам. Спасибо, Рео имени Плеханова. Это была потрясающая, меня видно? Это была потрясающая работа. Я передаю отдельный большой привет технической команде, которая вместе с нами сегодня была в Москве. Спасибо вам, это большой труд. Нам очень понравилось, все было очень красиво. Ваше время, внимание и профессионализм. Спасибо вам, Артем. Спасибо вашей команде. Большое спасибо. Вот там команда вам тоже махала. Им тоже было очень приятно поработать с вами на этом большом международном проекте. Большое спасибо. Ну, до новых встреч в следующем году, я думаю. У нас есть возможность сделать теперь... Всех поздравляем и всем огромное спасибо!